Период отпусков на фоне пандемии с ее жесткими санитарными ограничениями особую популярность получили в Европе дома на колесах, кемперы и трейлеры. Удовольствие не из дешевых. Топовые модели стоят около 100 тысяч евро, но их можно взять на прокат. А еще сделать самим, с наименьшими затратами. Создавая свой глампер RV, Люси Кайл и ее супруг вдохновлялись интерьерами частных самолетов и яхт. Таким образом, люди могут поехать туда, куда сами захотят, и при этом и дистанцию сохранить, изолироваться и работать можно онлайн. Автодом супругов Корик выглядит поскромнее. Мы хотели свой дом на колесах, но денег на него не было. Тогда мы купили, по сути, только каркас и решили полностью его восстановить. Новые владельцы отремонтировали моторы, оснастили машину изнутри мягкой мебелью, чтобы в ней можно было отправиться в отпуск, а теперь сдают на прокат. «Пурпурная каравелла» – так назвала свой самодельный автодом жительница Лондона Су-7. Это просто здорово. Во время карантина мы с дочерью могли поехать в лес или на пляж, побыть там, подышать воздухом и при этом быть в абсолютной изоляции внутри нашего автодома.